Привет, привет, мои дорогие. Наконец-то я могу пожрать. Налила я кофейку. Убрала опять эту. Пачкается, все под нее, все крошки летят, конечно, красивенько, да? Но пока убрала. Кофе, конечно, я что-то не помешала. Ой, надо размешать как следует. Ребят, сейчас вот уж рассказывала, тут распаковку делала. Рулетиком. Это у меня завтрак, обед, но еще не ужин. Я даже не знаю, что я хочу на ужин. Но вот это я точно хочу. Конечно, вот хорошо. Я себе наложила сырку. Ой, наложила мяску. Но я, наверное, отдельно буду. Потому что сыр останется в меде. Это волшебно. Я что-то и время-то не знаю, но уже много. Поэтому мне даже, я все уже, все кастрюли почистила. Рульки мы вчера еще поели, естественно, рульку. Кстати, опять старенькая. Но я так одеваться убираюсь. И сейчас я буду перекрашивать голову. Не нравится мне. Лишь бы зеленый не стать. Вчера что-то смотрела про Wildberries. Может, выставляют на продажу свои точки. Видать, хозяева душат поставщиков, продавцов. Не знаю, может, закроется. Но я все пока. Вот я сейчас ходила. Посмотрела, купила гель для глаз. 129 рублей. Я как-то брала, вот мне Яна там, ну, в Телеграме ссылочки кидала, мне, конечно, понравилось, но его ненадолго хватило, он в капсулах, представляете? И мне, когда он заканчивался, там несколько капсул осталось, там половина пустых, они открытые и пустые, хотя было запечатано. А для лица я покупаю наши крема. Вообще мне нравится. Ну, уже знают кто-то. Кто со мной давно, об этом знают. Морковный. Сейчас у меня другой, я забыла. Анютка мне сказала. Он гель такой есть. Как он называется, я не знала. Если что, покажу в Телеграме. Обалденный крем. И утром, и днем, и вечером. Стоит 60, что ли, рублей. Невская косметика. Морковный, кстати, два производителя, по-моему. Вот Невская косметика всех лучше. А как-то заказывал тоже крем по Ане. Я себе заказал, сказал, офигенный. Мне не подошел. Я им глаза стираю. В принципе, обычный вот крема, который не пойдет, можно для рук использовать, для ног, для рук. Какая разница, да, там, что же кожа. Тут уж тоже не облезет. Прям. Еще на разок оставила. Сейчас я не говорю сироп, вкус плесени купила. Фу. Она какая как-то покупала с белой. А мне с белой вообще не нравится тоже. А вот с голубой. Это очень вкусно. А ветчина тоже вкусно с медом. Обалденный вкусный завтрак.
Не знаю, что готовить. Плов не хочу, макароны только были, рис только был. Картошка только была. Суп тоже пока не хочу. Ладно, что-нибудь придумаем. Ну, очень вкусно. Всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки, ваша Наташа. А я буду думать.